Вокальные данные Ольги Бузовой обсуждают с тех самых пор, как экс-участница «Дома-2» взяла в руки микрофон. На этот раз певица получила порцию негатива от музыкального критика Сергея Соседова. На съемках шоу «Фактор Бай» вспыхнул конфликт. 54-летний Соседов заявил, что Ольга не должна находиться в составе жюри и судить участников. По мнению Сергея, на эту роль необходимо выбирать преподавателей и специалистов, разбирающихся в музыкальном искусстве. Здесь должны говорить профессионалы, педагоги по вокалу, композиторы, а не просто кто-то. Оля, тебе не по плечу оценивать такое выступление. У тебя нет таких знаний. Я терпеть не могу, когда начинают говорить ерунду. Возмутился он. В свою защиту Бузова отметила, что даже не начала высказываться про выступление конкурсантов, когда ее прервал критик. «Вы своим хамством меня перебили», — обратилась она к Сергею Васильевичу, чем снова сильно задела мужчину. «Я еще и хам, вы посмотрите на нее. Это просто смешно. Я не хочу работать с ней, она пиарит только своих, за бабки», — обиженно заключил он. Съемки в белорусском шоу «Талантов» даются 36-летней Ольге Бузовой непросто. Помимо критики коллег по судейскому столу, ей приходится мириться с неудобной обувью. Но ради красоты в кадре певица готова пожертвовать многим. В личном блоге звезда поделилась видео, на котором несколько человек помогают стянуть с ее ног золотые ботфорты. «Алин, ты стул держи, Ольгу тяни в другую сторону. Второй по этой же схеме. Тяни как репку, давайте. Кожу не сорви с нее», — шутили над происходящим помощники. Позднее Ольга призналась подписчикам, что больше не намерена возвращаться к жутко красивым, но неудобным сапогам.